В этом видео я вам покажу, как с помощью плагина в Фигме сделать такие неровные как бы кляксы, просто сгенерировать их с помощью плагина, чтобы не отрисовывать самостоятельно из других фигур. Для этого мы будем пользоваться плагином Blobs. Для того, чтобы он сработал, вам просто нужно название плагина, я его сейчас скопирую просто, вставить в поисковике плагинов. В верхнем левом углу находим вот эти вот 4 фигурки, нажимаем на них один раз левой клавишей мыши. Здесь смотрим обязательно, чтобы у нас был выбран вот этот средний раздел, где написано «Plugins». И в поисковике вы пишете или вставляете название плагина. Вот так вот выглядит иконка для этого плагина. Нажимаете на него один раз левой клавишей мыши и здесь нажимаете «Run». У вас появится такое небольшое окошко. Здесь вы можете его немного корректировать, но это не обязательно. И нажимаете «Insert», и у вас появляется... Так, секунду, он очень большой появился. У вас появляется вот такая вот клякса. И обращаю внимание, что в меню, после того, как эта клякса сгенерировалась, которая здесь была, следующая клякса уже совершенно другая. То есть все эти формы будут абсолютно разные. Если вам нужно сгенерировать, вот вы сгенерировали одну картинку, такую одну кляксу, и вам нужно несколько таких одинаковых, то вы можете их просто скопировать, зажав на клавиатуре кнопочку Alt, зажав левую клавишу мыши и перетянув ее в сторону. Но с помощью плагина Blobs вы можете сгенерировать несколько количество, неважно, сколько вам нужно, но совершенно разных таких вот кляксиков. Просто каждый раз нажимаем на «Insert», и вот такие вот кляксики у нас получаются. Их можно сделать частью своего дизайна, разукрасить в разные цвета, может быть, размыть и использовать для своих картинок.